Маринады, соленья и прочие запасы на зиму – вот стандартное содержимое обычного погреба. Но только не в данном случае. Погреб и гараж под завязку забиты сомнительного качества алкоголя. Проще говоря, употреблять такое – довольно рискованная затея. Но хранилось все это не в одном, а в трех гаражах, конечно же, не для себя, а для продажи. Кстати, немаркированные сигареты тоже присутствовали в приличном количестве. Из помещений гаража изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция на сумму более 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом Б, часть 6, статья 171, прим. 1. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к незаконному обороту немаркированной алкогольной и табачной продукции. Расследование уголовного дела продолжается. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.